Приветствую, коллеги! Вы смотрите проект, который поможет вам на пути к первому, а кому-то, возможно, уже и не первому, миллиону. Лайфхаки. Итак, что же такое лайфхаки и с чем это едят? У нас с вами уже есть самый крутой мануал «Схема продаж». Те, кто уже реально применял ее на практике, убедились, что это сила. Но есть еще кое-какие секреты, которыми наши чемпионы продаж готовы с вами поделиться. Например, работа с возражениями. Неиссякаемая тема. Да, то есть нет. То есть я согласен. Или вот еще золотые легенды о том, как стать ближе к покупателю. Сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинный обычай разливать чай через ситечко. Ну, или самый волнительный момент, когда клиент собирается уйти перед самым закрытием сделки. Подождите, я сейчас переоденусь и вам на рояле поиграю. Ну, что интересно, тогда у нас на связи Калининград. Марина, привет. Тебе слово. Илья, привет. Коллеги, всем привет. Я буду очень рада представить вам сегодня нашего чемпиона продаж «Ангела» Анастасию. Сейчас мы с вами ей позвоним и проспрашиваем ее о некоторых тонкостях в искусстве ее продаж. Настя, еще раз привет. Привет. Расскажи, Марина, нам, пожалуйста, свои основные секреты в работе. Любовь из Калининграда. Всем пока. Спасибо, Марина. Ну что, коллеги, понравилось? Тогда будьте с нами в теме, делитесь вашими лайфхаками и до встречи в будущих выпусках. Пока!